Друзья, всем привет! И в этом ролике мы поставим жирную точку в отношении модельного ряда Mazda. И после этого отправимся в Audi, где я вам расскажу, что по-настоящему бешеные, жирные, честные скидки в этом лидер однозначно Audi. В этом ролике мы с вами купим Audi A5, который по прайсу стоит 3 128 000 с очень привлекательной скидкой, о которой уже знают все те, кто подписан на инстаграм нашего канала. Я читаю все ваши комментарии и вижу, что вам очень интересно, какая ситуация по модельному ряду Volkswagen, в частности, Тигуаны, Полы, даже некоторые спрашивают про Passat, хотя Passat на сегодняшний день машина очень редкая в потоке. В любом случае, по Тигуану обязательно запишем подобный видеоролик, поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали, дальше он обязательно будет на канале. Сходили мы с вами, посмотрели автомобиль. Дилер так интересно расположен, что у него на крыше находится площадка, где стоят машины. Одна из машин, которая нас интересует, есть в наличии. Подчеркиваю то, что мы рассматриваем либо передний привод, либо полный привод. Человек рассматривает три цвета: синий, серый, либо черный. Серый цвет есть в наличии. Что есть по автомобилю? Опять же, смотрите, вот как хитро делают менеджеры. Заехал я к одному дилеру, машин нету. Захожу к этому, он тоже говорит: да, машин мало, очень большой спрос, небольшие квоты, машин привозят мало. Я бы сказал иначе, что машина на самом деле не очень популярна в плане опять спортбэк. Но возвращаемся к нашему автомобилю. Помимо базового оборудования, что идет по нему? Вот дополнительные опции, среди которых есть 18 колес, которые хотел человек, светодиодные фары, сами понимаете, плюс контурное освещение салона тоже прикольно. В общем, все, что есть, вы видите. По сути, все допы, которые есть на машине, ну, реально полезны. Опять же, вставки, дуб. Это интересно. Вот ценник на автомобиль. 3 миллиона 118 тысяч рублей. Ну, как обычно, в Audi, как вы уже видите, 2 миллиона 180 тысяч. Мы покупаем автомобиль за наличный расчет. Плюс там поставят сеточку в решетку. Единственное условие дилера – сделать каску у них. Каска, мы посчитали на человека, полная с франшизы 30 тысяч, обходится в 103 тысячи рублей. При этом у него было одно ДТП. 103 тысячи рублей на новый автомобиль, ну это нормально, друзья. Понятное дело, что если полазить по стране, мы можем найти дешевле. Но здесь, понимаете, здесь зато нам делают дополнительную скидку. Найдем на стороне каска, могут ценник нам немножко, но приподнять. То есть разницы дергаться с одной стороны нету. И, кстати, друзья, заехав в Мазду, постоянно забываю вам рассказать, чем же закончилась та история, которая началась еще несколько лет, мне кажется, уже назад. Помните, я рассказывал, снимал ролик о том, как человек ехал на Мазде 6, и в него сзади въехал другой автомобиль, у которого не было полиса ОСАГО. Казалось бы, полис ОСАГО – обязательный полис до страхования, который стоит в среднем, ну, до 10 тысяч рублей. Факт в том, что у человека не было, и там начались баталии. Прошло два суда, он все выиграл. То есть сейчас ему говорят: все, ты прав, пожалуйста, можешь забирать свои деньги. А сейчас получается так, что он звонит этому человеку, а тут ему говорит: ну, я как-нибудь тебе заплачу. Приходит к судебным приставам, а те бе-ме сделать ничего не могут. То есть у него есть решение суда, что он прав, что ему должны вернуть деньги, а ему никто ничего не платит. И при этом приставы вообще не шевелятся. Ни арест, никаких там требований к нему, ничего не происходит. То есть сейчас дело стоит так вот ровно. Хотя прошло столько времени, он судился и все выиграл. К чему я это? Вот смотрите, касаемо полиса ОСАГО. Я залез в интернет просто почитать, есть ли хоть какие-то ужесточения. И выяснилось то, что, оказывается, грядет впереди реформа. Ведь, казалось бы, полис обязательного страхования каждый должен делать. Оказывается, это дорого. То есть некоторые люди, ну, не могут себе позволить 5, 7, 10 тысяч рублей платить. А все почему? Потому что сейчас расчеты идут не совсем верно. То есть берется некое среднее число, и на всех дается одна и та же цена. При этом неважно, сколько ты ездишь. Вот эта реформа, которая будет, я почитал, она есть в открытом доступе, вы можете уже посмотреть, что она в себе несет. Будет такое понятие, как индивидуализация тарифов. Что это такое? Вот если вы мало ездите на автомобиле, у вас нету штрафов, вы аккуратно ездите, в общем, у вас нет никаких особо по вашей истории проблем, соответственно, для вас полис будет стоить дешевле. Если вы ездите много, если у вас прилетают штрафы с камер за превышение скорости, соответственно, для вас будет рассчитываться он иначе. Там будет ряд параметров, на которых для каждого человека будет выноситься персональная цена. Учитывается ваш стиль вождения, простыми словами. Попадаете в ДТП, невнимательный водитель, соответственно, для вас ценник будет выше. Одно из самых главных для нас – это вопрос цены. На сегодняшний день цены фиксированы. То есть приходишь к официальному дилеру – 9 тысяч рублей, звони другу – будет 9 тысяч рублей. Везде цена будет одна и та же. Вот сейчас эти цены хотят, ну, говорят, отпустить. Таким образом, получится
получится конкуренция. А благодаря конкуренции, как мы с вами знаем, звонишь другу, Саня, сколько? 8500. Другому другу звонишь, он тебе говорит 8200. Таким образом, будет возможность покупать полиса еще дешевле. Также пишет, что поднимут страховые покрытия. То есть на сегодняшний день это 500 тысяч рублей. Хотят поднять до 2 миллионов рублей. Вот это реально нужно. И самое, что удивительное, я думаю, вы прекрасно сами знаете, то, что у нас по стране есть проблемные регионы, где купить полис ОСАГО, это вообще целая проблема. Ты приходишь, хочешь его купить, и тебе говорят, что нужно купить какие-то дополнительные услуги, то есть чтобы он стал выше. Не хочешь, а хочешь только полис, хрен тебе, никто тебе не продаст. В общем, друзья, реально сейчас над этим работают, как выяснилось. Я этому только рад, потому что вот я представляю на себе, я еду на автомобиле, не дай бог, кто-то в меня въедет, и у него нет ОСАГИ, блин, да ты чё? Я ему одно скажу, я тебе ее куплю, чтобы решить этот вопрос, а за ним не бегать. Поэтому будьте в курсе, а те, кто не делают полис, ребят, тут просто ремня вам под попу. Докладываю. В общем, пообщавшись с другими дилерами, было принято решение забирать автомобиль здесь. Это тот самый автомобиль, который я вам показывал в начале ролика. Почему здесь? Цена адекватная, с учетом скидки, комплектация человека полностью устраивает. В ней даже есть больше, чем он хотел изначально. Поэтому мы приехали автомобиль забирать. Он уже стоит здесь, мы только ждем ПТС-ку. Соответственно, ПТС-ка приедет, друзья, к вечеру. Сейчас время половина второго дня, подождем. Приедет ПТС-ка, все смотрим, подписываем, оплачиваем и уезжаем. В любом случае, пойдемте с вами в салон, посидим по машинкам, я вам просто покажу в целом картину, какая происходит на Audi, что на что можно скинуть, что за сколько можно купить. Пошлите. В силу того, что мы будем покупать сегодня автомобиль, он здесь стоит, мне разрешили без проблем походить, поснимать. Ну, знаете, я надеюсь, обычно кто-то приходит, а что снимаете, а для чего? Сейчас таких проблем не будет. Друзья, смотрите. Модельный ряд большой, широкий, но некоторые автомобили, например, там Q8, ну смысл нам на него смотреть? Пойдемте посмотрим более приземленные версии, которые по большому счету может позволить каждый человек, который трудится. Начнем мы с А4. В данном случае это вот как раз самая базовая версия с мотором 1.4, но шильдик у него красивый, 3.5, как будто бы можно подумать, что здесь мотор 3,5 литра. Друзья, суть какая? Ценник автомобиля 2 миллиона 600 тысяч рублей. По акции сейчас даже в автосалоне автомобиль представлен по цене 2 миллиона 100 тысяч рублей. Вы должны понимать, что Audi это все автомобили наборные. То есть может быть такое, что точно такая же, другая отделка по интерьеру. Вот у нас, например, кожаный салон. В общем, здесь нужно смотреть детально, что вы хотите. Факт в том, что если рассматривать самую простую модель, вот самую простую комплектацию, где еще будут даже ксеноновые фары, вы такой автомобиль можете купить по цене 1 миллион 660 тысяч рублей плюс-минус. Опять же, может быть, чуть выгоднее вы найдете, но в среднем я бы вам советовал ориентироваться так. 1 700 000, 1 800 000. Вот в этом диапазоне на честных условиях, когда вы покупаете автомобиль за наличный расчет, там условно, ну, с трейдингом, в общем, смотрите сами. Факт в том, что это вот реальные цифры. Если вам кто-то называет 1,5 миллиона, 1 400 000, это все, как правило, начинается с кредитом, ну и так далее. Если рассматривать версии с полным приводом, 2 литра кватро, либо бензиновая, либо дизельная, там цена адекватная будет примерно 2 200 2 400. В этом диапазоне, опять же подчеркиваю, все зависит от комплектации, потому что это важно. У Audi все автомобили наборные, вот это вам нужно запомнить. С одной стороны, это плюс, то что вы можете под себя собрать машину, с другой стороны, это минус, потому что вот это не так, что, знаете, как вот, например, Mazda CX-5, комплектация Supreme. Звонишь дилерам, и все понимают, о чем идет речь, у всех одна и та же цена изначально на сайте. Здесь ты звонишь одному, тебе скажут: вот смотрите, а у нас машина на других колесах, у нас есть дополнительные фишки, складывание зеркал, другой руль. В общем, это все как идет доп. Опция. Это важно понимать. А дальше у нас будет Audi Q5, которая представлена также в шоуруме. Она, в принципе, в неплохой комплектации. Здесь идут так называемые пакеты S-Line. Это, в общем, спортивные пакеты. Суть в чем? Вот по прайсу вот этот автомобиль стоит примерно 4 миллиона рублей. Со скидкой его уже готовы отдать в салоне за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Если вы зададитесь вопросом, ну сколько вообще реально можно сбить на Audi? Я вам докладываю. Вот сейчас сентябрь 2019 года. Можно уже сказать, даже на момент ролика будет октябрь. Производители до сих пор остались автомобили 2018 года. Вот минимальный ценник, который вы найдете на Audi Q5, то есть полный привод, паркетник, это будет примерно, ну, 2500. При условии покупки на честных условиях. Это важно, друзья, понимать. Очень важно. Когда кредит, трейдинг, это все совсем другая история. Я не устану повторять, потому что, как правило, как показывает даже практика, люди не все это понимают. Без проблем машину найти, в принципе, в неплохой комплектации можно за 2650-2700. Это будет машина 2019 года, это будет свежая машина. Когда я учился в институте, в 2008 году я поступил, я познакомился с двумя людьми. Один — это парень, который мой друг на сегодняшний день, и у него есть жена,
это его супруга, с которой я также общаюсь с первого курса. И знаете что? Он мне звонит и говорит, у нас есть отличное событие, и нам нужен офигенный кроссовер. Друзья, пойдемте. А в первую очередь заходи ты, потому что для тебя сегодня здесь бешеный подарок, в который ты, наверное, даже не поверишь. Вот эта тачка, это новая Audi Q5 в очень хорошей комплектации, в ней есть больше, чем ты хочешь. И вот этот парень сделал это для тебя, поэтому целуй мужа, да. Парни, вот так вот бывает. Новая Audi Q5, за которой мы просто побегали, это лучшая цена по всей Москве. Он сэкономил тебе бешеных денег. 1 000 000 скидка на эту машину. Реально, она новая, и буквально через 30 минут ты уедешь на ней. Вот так это происходит, парни. Кто из вас ожидал, а? Блондина заказывайте, тамада на свадьбу, приехал, позвонил, поздравил. Все, парни, знакомимся с машиной с тобой. Это полный привод, 249 сил, 6,3 до первой сотни. Стайлинг есть, здесь есть контурный подсвет. Короче, в машине есть реально все то, что ты захочешь, даже больше. То, что у тебя было в Мазде, у нее тоже раньше была Мазда, только трешка. Это совсем другой автомобиль, поэтому приди в себя. Ей нужно отдохнуть, да, сейчас вот выдохнуть. В общем, я думаю, я вас тоже удивил. Давай, поздравляю тебя. Спасибо, дышать. Мы бегали все это время, ни по каким кальянам мы не курили, мы ездили, вот, выбирали машину, искали ценник, то есть это 2019 год, это реально новая машина. В общем, это тот самый автомобиль, который мы с вами начинали искать в начале месяца. Помните, мы заезжали в салон, смотрели BMW X3, Audi Q5. Суть в следующем. Я обзвонил всех дилеров по Москве, у них есть действительно автомобили 2018 года в наличии, но эти машины, как правило, в более богатых комплектациях, на них скидку делать не хотят. Наша задача была найти нормальную комплектацию, хотя мы начинали с базовой, но чтобы была адекватная цена. Здесь есть реально, парни, все, что нужно, даже вот владелец автомобиля, вот муж, он хотел там себе контурную подсветку, здесь все есть. Поэтому такая картина, 2650, реально, на сентябрь 2019 года, это самая низкая цена. По конфигуратору, конечно же, автомобиль вылетал по цене 3 717 000 или 3 750 000 рублей. Какие наши действия? Мы организовали все от и до, сейчас мы оплачиваем автомобиль, расписываемся и прям тут же мы уезжаем домой на новой машине. Хотя они думали, точнее она, что приедет и уедет на метро. Но ситуация повернулась иначе. Порадуйтесь за человека, поставьте лайк, и мы с вами двигаемся дальше. А вот на А6, на новый, мы с вами остановимся поподробнее. Смотрите, в данном случае мы присаживаемся с вами в довольно-таки богатый автомобиль. Здесь 340 лошадиных сил, цена его по прайсу 5,5 миллионов, если я не ошибаюсь. Ну, 1500-700 с него точно скинут. Когда приехал автомобиль, минимальная цена, вот 340 сил, вот самая простая комплектация была примерно 3 900 000 рублей с учетом скидки. Какая картина сейчас? Сейчас приехали автомобили с 2-литровым мотором, они тоже все идут с полным приводом, но в силу того, что они стали до 250 сил, плюс стали более бедные комплектации, но более простые комплектации появились, ценник автомобиля можно забрать примерно 2 800 2 700, а это уже неплохо. То есть если сравнивать его с точки зрения там с BMW 5 серии, там с Mercedes'ом E-класса, то есть ценник уже адекватный. Соответственно, нужно приезжать, нужно щупать, потому что в этой машине будут 17 колеса. На Audi A6 17 колеса реально смотрятся, ну, очень просто. Они ее прям, знаешь, портят ей вид. 19 колесики уже совсем другой вид. Вот мы с вами ходили, смотрели, я вам даже сейчас кадры показываю. Здесь она стоит на площадке. Ну, внутрь садишься, симпатично. Опять же, внутри у вас будут точно такие же дисплеи, но верхний дисплей, да, когда вы заведете автомобиль, он, естественно, будет по диагонали меньше. То есть визуально вроде бы то же самое, но попроще. Вот здесь у нас идут вставки там под карбон, что ли, то ли под алюминий, а там будет просто пластик идти. То есть такие детали. Но в целом автомобиль, сами понимаете, как я вам уже сказал, наборный. Естественно, есть денежка, можно заказать, все по максимуму. Что можно сказать вообще в отношении салона в целом? Ну, понятное дело, премиальный бренд. Вот Audi, Mercedes, BMW, когда приходишь, у них всегда все чистенько, аккуратненько, хороший сервис. Тебя могут накормить, напоить нормальным кофе. Кофе всегда бесплатно. А когда приходишь в более простые бренды, порой даже сесть негде, все как-то грязно, чмошно, там туалеты грязные. Ну, это показатель. Здесь же ты приходишь, реально чувствуешь, что ты пришел в нормальную контору. Ладно, друзья, порядок цен вы услышали. Audi – это возможность для дорого большие. То есть это один из самых крупнейших брендов в России, на который можно получать самые большие скидки. Это важно понимать. Соответственно, ищите, добивайтесь, торгуйтесь. Мы сейчас с вами вот так вот перенесемся на выдачу автомобиля и будем забирать нашу опять с передним приводом.
общем, друзья, машина готова на выдачу. Пришли, конечно, вот в Audi ребята умеют удивлять. То есть был специально уже накинут, как его правильно назвать, но не халат, а покрывало вот такое. Я, естественно, не подуспел все это заснять, но эффект производит. То есть приходишь, машина, вот диодная оптика, все светится. Ну, круто. То есть смотрите сами, вот вам цвет. Я считаю, то, что цвет очень даже актуален для нашей страны. Опять же, по желанию можно переклеить пленкой, можно заказать другой цвет. Это вы выбираете сами. 18 колес, как человек хотел. Привод у автомобиля передний. По комплектации я вам, в принципе, уже показывал машину, что в ней есть. Вставки вот эти деревянные, неплохо смотрится. Оптика, подчеркиваю, передняя. Ну, вообще, в целом, диодная. Потому что, например, в базовой версии оптика будет вообще биксенон. В общем, вот такая машина, изначально ценник у нее был 3,180. В итоге забираем мы ее по цене 2 180 000. Плюс у нас есть незначительные, но полезные подарки. Так, например, сетку нам поставили. Ребятам сейчас домой ехать 1000 километров, сами понимаете, защита радиатора – вещь нужная. Очередная машина новенькая отправляется к своему новому владельцу. Мы покидаем автосалон официального дилера Audi. Скидка есть, скидка очень хорошая, люди довольны. Мы сейчас, общаясь с человеком, понимаем, что там, ему дома у него, предлагали за 2550 автомобиль, который вообще был пустой. То есть реально базовая комплектация. Здесь же совсем другой уровень. В любом случае, он сэкономил, он доволен. Поймите правильно, я не хочу кричать о том, что я нашел самую большую скидку. Нет, мы нашли хорошее предложение, человек действительно сэкономил. Соответственно, смотрите, считайте, калькулируйте. Ну а в этом сюжете мы с вами ставим точку. Что будет в следующем ролике, покажет время. Подписывайтесь на инстаграм-канал, там я сделал анонс, какие автомобили я вам покажу в следующем ролике. Друзья, высказывайте ваше мнение в комментарии, пишите, что вы думаете по поводу Audi в целом. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интересных и полезных роликов. До новых встреч, всем пока-пока!